Сколько у меня отдачи там вообще? 59. Просто не стрелял с вала. Интересно, сильно его сейчас уносит. Бросил. Супер далеко. Ебать, что у меня с глушителем? Он не взорвется у меня в руках? Бля, красный. Зацени, чат. А! Да я вижу, что заклинивание. Давай, расклинивай его. Вот так. Так, пойдем-ка похилимся, наверное. Понял, вот из-за того, что у вала интегрированный глушитель, он супер быстро нагревается. И, наверное, это не особо хорошее оружие сейчас из-за этого. Ну, как бы, что мне, после каждого килла на глушитель дуть, чтобы он это... Да, они залутали. Дропчик. Кстати, вон где дроп был, видите, дымится, лежит. А, вот же сумка. Кенжик, здорово. Состояние оружия, да я знаю, но оно новое только что было. Когда я выходил в рейд, это был ган новый совершенно. То есть он буквально вот за... Сколько? За 4 магазина износился вот на 10%. Но вал, я думаю... Походу в этом патче все как бы. Пам-пам-пам. Так, давай улач сюда. Это сюда. Блин, бот, отвали. А, не убили. Боты? Да. Просто он что-то в голову. А, это не бот, слушай, это чувак. У магазина стоит. Двое. Опять заклинило, ёб твою мать. РГН-ка прилетела. Я бы убил его, если бы оно не заклинило. Пришлось отойти. Да, РГН-ка зашла. Не, валы это вообще какая-то дичь. Нахер их надо вообще брать. Слева от забора у малой стройки. Крапиву забежал. Там же вторую дорогу перебегают. Блядь. Не убила. По мне! Ух ты, как хорошо! Очень плохо! Все, там что-то выйти не могу! Там на меня смотрит! Минус один. Да, блядь, беги ты! Беги, 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 беги! Я вся красная. И минус килься. 4 части. Килься. Блядь, где ты? Там еще и за джипом у холма грена летит, сучка.
Блин, вот в этих кустах. А, вот уже он лежит. Ёптать, его просто не видно было с той стороны. Убил я его, блин. Значит, я слышал, чего бота, наверное, того. Может быть, да. Хера тут нормальные такие так-то. Ребятишки. Может быть, сок там найдем еще или колу. Флешка, блять. Твоя? Нет. Он по центру, вот там вот стоит. Вот куда смотрю? Зеленки? Да, в той, да, напротив. Ниже холма. Вижу. Убил. Зелененький был, Юсек? Не обратила, просто белое увидела. Но он, в принципе, и белый. Вдали, как раз таки он. Светлый, не белый. Ну такой, да. Кепка! Вали кепку! Бля, я патроны не взял запасные. Вот это я гений, конечно. Гений на шайтане. Мне показалось, или он не умер с первого попадания в голову? О, тоже хитрон. А что это такое? Ладно. Полежи пока тут, никуда не уходи. Вот озик. Тот же самый? Тип тот же самый, который тебя убивал? Прикольно. Двое. Бля, вдалеке еще один сидит. Тактикульный игрок. А это чевак у нас бегает. Он подо мной. Пацанчики. Нет, не бот, это они. Блядь, все сюда ко мне. Валим. Так, собрали своего друга. Какие молодцы. Пацаны сейчас накроют нас. Вот там они в новом зале. Обиделись, ушли, блин. Упустил добычу. Уходит, уходит, уходит. Беги, 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 беги. Стой! Матрица, но просто взял телефонную трубку и его туда засосало, бля. Убегает, хер знает куда просто. Не, хорош на сегодня. Вы видели попадание в голову? Я вам сейчас покажу на реплее. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.